Всем привет, ребята! Сегодня мы будем защищать свое болото с Алисой от всяких крокодилов, пришельцев, москитов и другой живности. Да, доченька? Угу. Погнали! Итак, у нас первый эпизод, он тренировочный, да, доченька? Ты же уже играла в эту игру? Угу. Здесь надо пострелять по баночкам. На нас уже идут, нападают крокодилы, но мы смело защищаем нашу хижину от них. Вот это очень легкий уровень. Вау, ты видела, у нас было мультиубийство, мы убили одним выстрелом сразу двух крокодилов. Это уже интересно. Подарок, ребята, у нас есть подарок, мы разблокировали динамит. И получили сразу же еще в подарок динамит, только уже две штучки, да? Смотри, написано, перетащи и скинь на монстров. Ну, давай посмотрим. Бубух, ты видела? Мы убили одним динамитом одного монстра. Ба-бам, еще убили монстров. И получили в подарок еще одну шашку динамита. Итак, уровень 1 у нас пройден, завершен. Угу. Мы собрали 330 звезд. Да. У нас открылся второй уровень, да? Да. Написано «Зажигаем». Что мы будем зажигать, интересно, в этом уровне? Взяли уточку. Уточка нам тоже прибавляет монеток, да, звездочек? Да. Здорово. Так, берем уточку, да-да-да, это монетки, они нам пригодятся на улучшение и на покупку нового оружия, да, доченька? Да. Чё молчишь, ты же ведь играла в эту игру, ты же все знаешь, расскажи ребятам. Здесь во время этой игры может вам попадаться всякие там динамитики, перчики всякие. Перчики, динамитики всякие. Уточку давай собирай. Алиса, посмотри, черепахи, их убивать более сложно, да? Это ускорение перезарядки. Перчик — это ускорение перезарядки, когда на тебя толпа идет. И вот тогда тебе надо будет нажимать на перчик для того, чтобы быстрее перезаряжать свое оружие. Например, против толпы вот таких вот черепах, они вон, видишь, как их тяжело убивать, да, трудно. У нас осталось 8, 7, 6, мы успели! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Все, кончилась быстрая перезарядка, и теперь мы можем надеяться только на себя. Только на себя надо надеяться в этой сложной игре, в этом раунде. Смотри, мы уточку даже пропустили. Ну как так? Зато мы взяли подарочек. Нам динамитик достался. Да. Ну что, второй уровень завершен? Да. Идем дальше? Да. У нас третий уровень? Да. И у нас уже сели две батарейки, ты видела, да? Мы сможем сыграть только 5 батареек. А что же будет потом? Как потом взять энергию? А, Алиса, мы можем ее купить на те монетки? Не надо пока динамит, подожди. Мы же можем, наверное, потом за монетки купить будем? Или нет? Я не знаю. Ну, посмотрим, когда уже все батареечки у нас кончатся, что будет. Так, на нас нападают черепахи. Итак, Алиса взяла быстрый перезаряд. Динамит, мне кажется, еще рано было применять. Очень рано. Он бы нам пригодился дальше. Я думаю, что тебя сейчас скушают. Ты так медленно все делаешь. Даже с быстрой перезарядкой ты пройти не можешь. Как они приближаются к тебе, эти крокодилы. Но ты прошла. Ты прошла. Не надо пока ничего не нажимай. Подожди, еще легко. Еще легко. Вот когда будет уже более сложная ситуация, тогда можно будет бросить в них динамит, либо взять быструю перезарядку. Подожди, подожди, подпусти их поближе. Рано, рано, понимаешь? Рано еще. Мы сейчас быстренько их бах-бах и все. Вот раз и все. Подожди, не торопись, мы сможем и без динамита пройти этот уровень. Я так думаю, по крайней мере. Видишь, как все быстро и легко. Они быстро идут, они быстро идут. Ничего страшного. Мы все равно пройдем этот уровень. О-о-о! У нас разблокирован коктейль Молотова, Алиса.
Но у нас, к сожалению, его нет. А вот и нам достался коктейль. Ну что, применим разочек? Давай попробуем. Ловите крокодилы! И теперь будем добивать их. Смотри, как быстро. Бах-бах, и все. И мы прошли этот уровень. Нам дали дополнительно еще коктейль Молотова и одну взрывчатку. Уровень 3 пройден. У нас открылась быстрая миссия. И в этой быстрой миссии у нас будет взрывчатка, коктейль Молотова и дробовик. Ну что ж, посмотрим, понадобятся ли они нам или нет. Давай-ка начнем с черепах. Стоять. Так. Есть. Немножечко. Уже смотри, мы до середины, да, дошли? Черепашки какие-то быстрые. А, Алиса, мы успеем или не успеем? Дай-ка я попробую вот так вот. А то что-то у нас не получается. Нет, черепаха, нет! Видела, да? Да. Нас черепаха покушала немного. Ну что, дай попробую я этот уровень пройти, может получится. Очень быстро кончается дробовик у нас. Очень быстро кончаются патроны. Да. Ну все, осталась одна черепашка, с ней-то уж мы точно справимся. Да, быстрый уровень пройден, ребята. Да. Приступаем к четвертому уровню. Смотри, там енот был нарисован и написано «Енот на борту». Вау-вау, полегче. Алиса, на нас нападают еноты, а они еще и на динамите. Это опасно, очень опасно. Когда еноты врежутся в нашего дядюшку, который стреляет из дробовика, ему будет плохо, я так думаю. А ты как думаешь, доченька? Да. Ну давай, Алиса. Смотри, сколько крокодилов. Это опасно. Ты что, купила быструю перезарядку? Да. А она, интересно, помогает или нет? Помогает. Мне кажется, нет, потому что так медленно мы еще никогда не играли. Да, енот врезался, видели в нас, и у нас поубавились жизни. Так, Алиса, будь внимательна и осторожна, играй аккуратно. Метко стреляй, метко! Для того, чтобы не перезаряжать лишний раз наше оружие. Ну что? Пройдем мы этот уровень или да. нет? Да, но мы еще не до конца прошли. Смотри, сколько енотов опять едет на нас. И крокодилов. Подожди, дядюшка перезарядит оружие. О, уточка. Утя! Взяли утю. Стреляй по крокодилам. Еноты, смотри, целая толпа енотов. Алиса, нет! Нет, Алиса, где же наше оружие? Мы покупаем на него улучшение, а такое ощущение, что улучшений-то и нет никаких, да, доченька? Забираем утю, утя дает нам денежку для того, чтобы мы покупали больше улучшений. Ого, как их много, полегче, ребята, полегче у тебя было мультиубийство. Бросаем гранатку. Так, нет! Да, видела, мы успели в самый последний момент. Да, еще раз взрывчаточку, бабах. Да, мы успели, у нас получилось. И нам дали за вознаграждение, да? Да. Дали нам два коктейля Молотова и одну взрывчатку. Еще завершен дали... уровень. Смотри, мы получили 1370 монеток. Ну, приступим к следующему уровню. Да. Уровню номер 5. И над уровнем номер 5 летающая тарелка. Что бы это значило, Алиса? Летающая тарелка НЛО забирает наше оружие. Нет, как так? Так, опа-опа, смотри, здесь москиты какие-то. Такого еще раньше не было. Воу-воу, давай стрелять. Да, мы выстрелили по летающей тарелке и нам вернулось. Коктейль Молотова нам вернулся. Да. Да, я так понял, что мы будем потихонечку забирать у этих тарелок летающих, наши вознаграждения, которые у нас были, наши взрывчатки. Это коктейли Молотова и наши шашки, да, взрывчатки. Но, может быть, даже и больше, чем у нас было, мы заберем, да, у них? Папа, а что такое коктейль Молотова?
Коктейль Молотова – это зажигательная смесь. Mm. Вот что значит коктейль Молотова. Стреляем! Бабам, крокодилы! Он нам даже дал больше, чем было. Да, у нас больше, чем было? Здорово! Да. И уровень уже почти пройден. Я его прошел без всяких дополнительных затрат, да? Да. Вот эти москиты, видели, да? Они стреляют какой-то зеленой жидкостью и отнимают у нас жизни. Ну что ж, мы молодцы, мы прошли этот уровень и получили 710 монет. Здорово, да, Алиса? Да. Вот такая веселая и интересная игра сегодня у нас получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Удачки. Удачки, ребятки.